Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции совместно с представителями Комитета физической культуры и спорта муниципалитета провели акцию «Лето близко. На велосипед без риска», чтобы напомнить о правилах безопасного поведения юным велосипедистам. Инспекторы рассказали ребятам об основных ошибках. Особое внимание уделили важному правилу пересечения проезжей части по пешеходному переходу. Велосипедист обязательно должен делать это пешком, а транспортное средство катить рядом.